Всем здорово, с вами Огнебелка и человечий голос подай. Всем привет, с вами Няшка. Вот, сегодня мы поиграем в Resident Evil Revelation, но как-то так как тут нет кооператива, мы поиграем в режим рейд, собственно. Ну да, играем уже Не первый раз. да, и поэтому мы там уже не маленький Левелы. левел и не маленький. Я всегда туда деньги трачу, чтобы, там, не знаю, купить себе там для этих, как его, вот, кстати, знаешь, что я заметила тут, да, в Революшне, тут голос, да, типа от ну, от мужчины, короче, да, ну, в переводе, как наши локализаторы это. Ну и что? А Мне лаги! круто. Перестреливается. Ладно, пойду взрывного дома. А в этом, Ой-ой. в шестом, там все нормально с этим. Почти. Почему почти? Потому что почти. Там разве есть такие глюки? Дерьмо! Чё орёшь-то? Я уже забыл, кстати, как тут все пользоваться. В этих шкафчиках нет патронов. Да Странно, что ты этого не помнишь. я вообще ничего не помню, тут управление не помню, но, по крайней мере, оно тут намного удобнее, чем в Альгара 6. Конечно. Ой. А ты где, кстати? А, вон где. Ой. Короче, почему у меня так лагает? Извиняюсь сразу, потому что, наверное, я остановил кулер. И у меня такие жесткие лаги. Так что извиняйте, если у меня видео будет реально FPS, блядь. У тебя, кстати, когда ты делал обзор На что? на Resident Какой? 6, Первая самая? Или нет, какая из них? Какая из частей? по-моему, то ли третья, то ли четвертая, я же не помню, может, пятая даже. Ну, сегодня, когда я смотрела, у тебя подлагивало, я тебя даже там. Потому что я остановил кулер, солнышко. Смотри, справа будет взрывной. Ой-ой. Ты в кого там палишь? Перед тобой! А такой, нет, у меня просто так лагануло то, что он у тебя был за тобой, ты был впереди и палил ты в стенку. Круто, Revelation, да? Revelation. Да очень. Видимо, разработчики решили не так заморачиваться, как над другими частями. Нет, наоборот, Revelation, кстати, продалась больше, чем Resident Evil 6. Вот, кстати, я расстроен. Я расстроена. Нет, жди там справа, сейчас за стенкой будет мной. Хорошо, что я туда отошла. А! Ой, не туда Ой. стреляю. Ты чё его сюда принёс? Пипец мне! Они меня не задело! Это почему? Ой, я дважды не задело. Ты патрончики со стола забрала? А я помню, нет, не забрала. Забрала уже. Здесь хреново то, что дважды нельзя дверь открывать. Вот это вот минус. В смысле, дважды? Ну, в прямом смысле, ты видела то, что я постоянно с ноги в шестой части открываю дверь? Нет. Ты присмотрись. Ну, Хорошо. я что ли должен кнопку нажимать? Ты же Замечательно. мужчина. Охренительно. Да. Какая логика? Ну, Да. здесь в лифте у меня всегда лагает, ребят. Так. Нет, в лифте у меня всегда. Что вообще, что я не пойму? Разгунделась. Убери свою лего-пушку, блин. Слушай, ты кто еще гундит? В Я не смысле? гундю, а разговариваю вообще. Гундишь, Ой, гундишь. не говори, что это тот этап, где тут много-много-много-много-много. Да, это тот этап, где много-много-много-много, и еще и бензопильщики. Ну круто. У меня патронов практически нет. У меня
меня встал FPS опять. Да какого, собственно, хрена? Блин, я как что попасть могу? Ну, а сами попадали. Сбоку. У меня гранат-то и нету. Да. О, все, короче, меня задели. Бомбец. Воу. Давай, до свидания. Нет, куда пошел? А, вот патрончики. Ну ты там их зарежешь или нет? Нет. Ну блин, тебе ж... Мучайся. Меня сейчас убьют, вот тебе будет мучиться. Им, блин, два удара я им оставила, ты их и порезать ты толком не мог. А почему я их должен был резать? Потому что ты поблизости с ними находился. Блин, я вспомнил, что надо револьвер оставить, но не забить чем-то. Куда ты идешь? Я? Ну зашибись. Нет, почему ты тут? Ты меня вообще не прикрываешь, что за мужики пошли? Сама, уйди, сама ты справишься, не маленькая. Аж маленькая, тут ты знаешь, маленькая, хрупкая девушка. Внизу меня все пинает, где меня пинает, это ты вечно где-то все бегаешь. Я бегаю, да не ничего, не бегаю. Сука, он полз, даже меня так задел. Ой, упал. Давай, на. Там патрон где-нибудь есть? Вот, слева здесь. Вот тут. Да куда? Да я там. Ой-ой-ой. Да. Блин, я реально отвык от этого управления. Мне это из МТЛ 6 играет. Ой-ой-ой, я не виноват, что ты не можешь в нее играть. Да, и еще ты не виновата в том, что ты немножко сглупила. Слышь, мужчина. Слышь, женщина. Ты именно, кто из нас еще мужчина? Кто вообще этими делами должен заниматься? Я тебе и так, блин, заказ делал ревелейшена. И чего? И не только его, да еще и тебе Dead Space 2 подарил. И что? Че тебе еще подарил? Не помню. Да я честно тебе подарками закидываю. Неблагодарная. Слышь, слышишь, ты вообще меня на руках должен найти. Да. Да. Ну поношу как то. Так. Скоро. Блин, по-моему, сейчас без запичек будет. Я зря сюда пришел. Вот и что. Вилки отстань от меня. Ох ты, падла. Правильно, жри его, жри. Не успел. Ай-яй. Бегаю, как угорело с этим добряком. Все, патрон больше нет, тут такие жадные. Да. Да. И там и монстров убило. Не до конца видно. Ой-ой-ой! Красавчик вылез. Я смотрю, он тебя сожрет, как в тот раз. Я ему сейчас сожру. Не надо гранатами меня кидать. Я виноват, если ты был рядом с монстром. Ой, блядь, тут еще один. Отстань. Отстань. А че он такой быстрый? Потому что, наверное, он... быстрый, ты посмотри на него. Что у него за значок над головой? Вот именно то, что он скоростной. Есть силачи, есть защитник, есть скоростные, сам сразу бомбу. Какого? Вот это он скоростной. А где он возит-то? Внизу застрял. Так ты застрял, парниш?
Да. Нет, вон он. Ты этого прибей. Чё он не встал? Чё он? Я потом я его убил. Ты выйдешь, что ли? Где он? Он меня сюда пришел. И кто кого съест? Зараза. Причем, кстати, внезапно его передо мной не было. Ну, круто. 9-9-9-9. Фу-фу-фу. Все, ты остановил? Нет. Останови. Нет. Мне это идти нужно. Хорошо, хорошо, все. Вот. До следующих серий.